Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Minecraft Dungeon. Я начну сегодня с разбора шмоток. У меня их очень много, поэтому нужно избавляться, так сказать, от этого хлама. Давай, у нас очень много всякой левой брони, которая нам, поверь мне, не пригодится. Погоди, давай. Забираем. Так, этот арбалет тоже уничтожаем. Жалко, нельзя здесь все это сделать массовым потоком, да? Приходится вот так вот потихоньку уничтожать все. Или же можно? Мне кажется, вряд ли. Нет, ребят, нельзя. Так, сделаем таким образом, таким. Так, клинки эти, я думаю, нам не нужны тоже. Сколько у нас монет? Уф, там уже счет за 300 переваливает. Так, получил какое-то достижение. Даже пока не хочу смотреть, что это за достижение. Это зынь называется. Собери 1000 изумрудов. Вот таким вот образом я собрал 1000 изумрудов. Только лишь разбирая шмотки. Так, давай здесь заберем. Я не знаю, удочка нужна, наверное, тоже не нужна, поэтому будем уничтожать. Также и эта кирка. Ты видишь, ребята, да? Мощь и скорость, в общем, разбираем. Все, пока. Так, и этот лук. Мы, кстати, с тобой уничтожаем, когда, да, прокачанный лук или там броню. Мы с тобой возвращаем наши очки, которые можем потратить на наши современные шмотки, которые в данный момент одеты. Так, ну-ка давай сюда, посмотрим, что у нас здесь. Так, улучшить можем, да? Повышает урон, наносимый нежити. Слушай, у нас... Так, восстановление здоровья 4%. Подожди-ка. Здесь у нас что идет? 30%. Давай улучшим. И еще разок. Во. Достижение опять получил какое-то. Слушай, неплохо мы с собой прокачали лук, да? Хо-хо. Сейчас будет имба. Что там? Как по маслу зачаровать предметы и улучшить чары до 3 уровня. Окей. Так, ну что, кузнец, я пришел к тебе. У меня очень-очень много для тебя. Ух ты. Прочный и надежный клинок. Мощь 15. Мощь, конечно, это хорошо, что 15, но, по-моему, все равно он слабый. Быстрый арбалет. Подожди, а будешь мне что-нибудь нормальное делать? Какую-то кирку, зачем? Зачем мне это все? Нет, не то, это обычные шмотки, даже... А мне кажется, он здесь эпические вещи вряд ли будет вообще тебе когда-нибудь делать. Согласись. Хотя вот этот лук, да, в принципе... Ну, мощь, очень слабая мощь, зато... Так... Лучезарный выстрел, бесконечность и дикая гонка. Нет, все равно, я думаю, надо разбирать. Меч. Меч по скорости плох. Поэтому разбираем. Так, эта броня тоже, я думаю, нам вряд ли пригодится. Давай все уничтожим с тобой. И в конце концов нам нужно идти на миссии. Согласись. Все, да? Все заработали, все получили. И давай смотреть выбор. Кто-то сказал, что я пропустил какую-то крипту. Что за крипта, я без понятия, ребята. Так, у нас с тобой тыквенные пастбища еще открыты. Можно, в принципе, сюда сбегать. А можно в пустынный храм. Пылающая кузница. Начнем, наверное, с пустынного пастбища, друзья мои. Так, ну уровень сложности, как обычно. Начать миссию. Путешествие в тыквенные пастбище. Набеги злодея опустошили эти некогда цветущие земли. Здесь порча не коснулась только одной деревни. Торопись, герой, ведь нужно предупредить селян о надвигающейся битве. Они могут рассчитывать только на вас. Так, новая цель. Найдите деревню. Хорошо, давай посмотрим. Так, надо сразу мне держать кнопочку на карте. О, скелетуля тут бегает. Так, нам нужно наверх, но я специально пойду вниз. Специально пойду вниз, чтобы мне разведывать именно эту территорию. Так, ой, я тебя не увидел даже из-за дерева-то. Взяли с тобой взрывчатку. Отлично. Так, здесь, по-моему, ничего не будет, да? Сплошная тишина. Даже то, что я здесь оббегу вокруг. Или
Нет, по-моему, ничего нету. Ладно, тогда идем в назначенное место. Нам нужно найти деревню и предупредить селян о надвигающейся опасности. Так, это что у нас такое? Мухи какие-то летают. Так, скелетония, да? Да, скелетония тут у нас. Клинки неплохи. Воу-воу-воу-воу. Нам надо было, кстати, прокачать клиночки. Но мы с тобой прокачали лук. Дедыч, отлетел чувачок. Так, ну что ты там дергаешься, а? Скелетуся. Где-то здесь, по-моему, еще один прятался, нет? Показалось? Хорошо. Последний очаг. То есть вы хотите сказать, что эта деревня будет последней, которая здесь, да, осталась? Из населенных. Так, 3х залп. Залпы, конечно, тут обалденные. Иди ты в пень. Давай-ка я вот сюда, наверное, все-таки загляну. Так, скелетуси там стоят. Стояли, точнее. Так, ну куда ты? Куда ты бежишь? Так, а у нас... Что это такое? Тип... А, это, скорее всего, сгоревший дом, получается, да? Ну да, сгоревший домик. Видишь, он там... Угольки, так сказать, еще тлеют до сих пор. Это все, друзья мои, вот эти вот враги нежити спалили домики. Опа. Давай. У нас с тобой, блин, у нас со стрелами, кстати, беда. Вот что я тебе хочу сказать. А я ведь могу сюда выше подняться, да? Могу, но здесь... Здесь ничего полезного для нас не осталось. Смотри-ка, как я вот этот островок должен посетить? Может быть, там какой-то мостик будет, соединяющий их? Хотелось бы верить. Так. Отлично. Неплохо, не дурно. Отлично. А это что-то типа кузни, да, какой-то было? Почему-то именно ассоциация именно с этим. Ух ты, что мы там получили? Быстроту. Смотри, действительно, как сюда попасть? Хм. А я, например, хочу. Так, как-нибудь... Как-нибудь приподняться, что ли, я не знаю. Есть какая-нибудь лазеечка сюда? Блин, я не могу. Не могу, друзья мои. Вообще никак не получается. Не обойти, и здесь никаких у нас... С тобой нету, да, местечек, где мы могли подняться. А тут, видишь, какая-то вот... Я не знаю, может быть, это, конечно, просто так лежит вот. Бумажка какая-то или там надпись. Жаль, очень жаль, конечно, что нельзя подняться выше. Ладно, тогда пойдем сюда. Так, а где? Вон у нас там указатель. Идите вы подальше от меня. Так, вот этот уголок у нас здесь еще не просвеченный. Но тут... Нет, тут ничего нету. Ладушки. У меня такой герой получился, знаешь, как будто как ассасин с двумя этими клинками. Ну что ты там уже колдовать собрался? С двумя клинками и с арбалетом. Такой тихий убийца. Да ладно, успокойся. Так, погоди-ка. Не, все нормально. Я думал, что по мне кто-то стреляет. Но это лишь только кажется. На самом деле все очень довольно тихо. Ну куда? Откуда вы вот бежите? Воу-воу-воу-воу. Опять какой-нибудь там камень телепортации, да? Который вас плодит или нет? Ух ты. Слушай, ну здесь такая приличная будет карта. Я вот сюда вот сбегаю вначале. Хочу просто разведать эту территорию. Так. Собрали с тобой изумрудики. Она соединяется, да, получается, эта локация с основной картой. Доколдовался. Так, тихо, тихо, это что такое сейчас было? Блин, в паутину нельзя, ребята, попадать. В тот момент, когда на тебя еще и крип этот бежит. Да, взрывной. Так, это не кнопка ли случайно? А как мне вот сюда попасть? Не, может быть, это, конечно, не обязательно. Но просто интересно, как сам факт. Хм, странненько.
Ладно, пойдем тогда обратно. У нас там еще очень много территорий неизведанной. Ну и в конце концов мы должны с тобой найти деревню. Да я думаю, что мы найдем, и уже будет слишком поздно. Либо она будет уничтожена, либо уничтожат ее на наших глазах. Так, слышу, кто-то хрипит. Ага. Нормуль, кстати, очень неплохо. Так, там паучара. Я думаю, что там такое? Там паук затихарился. Все, стрелы кончились у меня, друзья мои. Вот это вот плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, подожди. Мне же не обязательно туда. Тихо. Так, а мы ждали, летучая моя бомбит потихоньку. А как интересно поменять питомца? И вообще, можно ли это сделать? Куда ты бежишь? Нифига себе, смотри, какой паучара. А, это, наверное, вот этот вот. Ага. Нет. Отпустите меня из этой паутины. Это вот этот вот магистр кислых щей их как-то укрепляет. И они становятся сильными. Окей. Да, да, видишь, он что делает? Каким-то суперским лучом. То ли он их укрепляет, то ли их усиляет, то ли хиляет, там пока непонятно. Значит, мы можем с тобой вот сюда вот наверх пробежаться. Просто заглянуть, посмотреть, что у нас тут. Мостик. Так, и здесь ничего больше нету. Ну, это как типа форпоста что-то такое, да? Так, нам нужно с тобой идти дальше. Потому что, ну, здесь ты сам видишь, явно ничего не будет. Все обугленное, все уничтожено. Ого, зомбики уже на уточках. Это что-то новенькое. Зомби на уточках. Оседлал маленький гоблин утку. И на ней, вон, смотри, смотри. Или утку, или гуся, не по... Ой. Тихо, 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 родные мои. Так, попробуем. Ой-ой-ой-ой, взрывной же. Твою ж налево. Вот они, кусочки стрел. Пучок, точнее. Так, крипы. Ага, отлично. Их лучше нафиг издалека бомбить. Чё-то неохота мне сталкиваться с ними. Так, что мы тут можем? Вот здесь, да, наверное, с тобой быстренько проверить. Все ли здесь хорошо. Так, стрел 73. Чё-то, кстати, давненько нам с тобой не попадались ящики. Очень давно. То есть ящики со снаряжением, естественно. И это немножко подозрительно. Так, отвалите, отвалите, говорю вам. Где ящики? Я хочу ящики со снарягой. С путевой, с легендарной, с эпичкой. Так, а я могу сюда, интересно, зайти, нет? Нет, не могу. Кто там еще крякает мне? Покажись. Ну, я думаю, что это не ты крякал. Погоди, как... Ага, вон он, голодранец. Сидит. Так, кстати, мы скоро получим с тобой левел. И это будет у нас 11 уровень. А вот, только говорил про снарягу, ребята, и вот, получите. Ну, здесь только лишь стрелы. Хотя стрелы для меня имеют сейчас большую значимость. Так, смотри, тут разрушена телега. То есть, действительно, тут, скорее всего, деревню это уничтожили. Куда я иду? Именно на последний чак. Только не говори, что сейчас будет босс. Всегда вот, когда такие вот большие просторы, да, для бега, у меня сразу ассоциация с боссом, друзья мои. И, по-моему, так и есть. И кто на этот раз? Кто? Так, ой-ой-ой, рыцари какие-то. Но это не босс, ребята. Это просто, видимо, западня, скорее всего. Так, пока стрелы есть, это хорошо, ребят. Надо уничтожать магов. Я считаю, в первую очередь, потому что они могут усиливать бойцов. Да, это была просто западня очередная. Не босс. До босса мы еще с тобой дойдем, успеем подраться с ним. Так, что тут нас поджидает? Надо вот эти вот штучки открывать.
кувшины, да? Пока только лишь выпадают нам с тобой алмазики. Что там? Опустите подъемный мост. Окей. Кто там хрюкает еще? Нате вам. Бабах. Так, что там еще? Где там лучник какой-то? Вот эту кнопку, наверное, нужно нам, да, нажать. Так, тихонько, тихонько. Подожди, подожди, подожди. Я хочу посмотреть, как вот эта штука работает. Ага. Ну, на самом деле, не особо много толку от нее, от этого артефакта. Опа, кольчушка выпала. Но это обычная серая. Невзрачная, так скажем. Так, погоди-ка. Мы с тобой нажали одну кнопку. А, вот вторая. Мост опускается. А там уже и снаряга, да? Припасики лежат для меня. Спасибо огромное. Жалко, что у этого кузнеца, который у нас в городишке, в нашей, точнее, в нашей деревушке, или как сказать, в нашем домике, нельзя скрафтить что-то самому. Покупается абсолютно все рандомно. Так, тихо, куда-то мы с вами идем, в подозрительное место. Что? Так, их там много. Их там много бежит. Так, что? Ага, я новый уровень получил. Вот это хорошо, ребят. Обожаю получать новые уровни, новые, как говорится, очки для прокачки. И, наверное, мы с вами сейчас этим и займемся. Так, клинки. Да... А, мне, наверное, не хватит, да? Да, не хватает, к сожалению. Я бы так неплохо бы буйство бы себе прокачал до второй ступени. Так, подожди, что это? А, это обычный скелет. Обычный беленький скелет был. Такая музыка ненавязчивая. Не, ох ты, подожди, где я? Где еще какой-то призыватель? Ага, вот он, скорее всего. Эй-эй-эй-эй-эй! Что ты делаешь? Призыватель, успокойся. Но... Ну, на этот раз, ребят, я с ним на изи справился, потому что, согласись, оружие великолепное. Так, что я там взял? Серпы? Хм. Так, я думаю, что нужно посмотреть, что это за серпы. Так, атака 12. Так, здоровье 47. Поглощение урона 35%. И урон в ближнем бою плюс 30%. Подожди, это мне про доспех. Мне надо вот. Оружие в ближнем бою 12-27. Так, ну, по атаке будет слабее. Хотя тут еще одни. Серпы. Серпы. Тут 18 к атаке. 16-36, это в ближнем бою. 16-36, слушай, ну это нехило. А вот сиди теперь и думай. Слушай, я думаю, наверное, надо... Блин, ну видишь, это уникальные все-таки. Критическое усиление душ. А это получается обычные. Твою же налево. Ну, давай посмотрим, ребят. Как это хотя бы... Ой, что я сделал-то? Ай, нажал на кнопку, уже зря. Зря забросил динамит. Ладно, посмотрим, как эти серпы себя ведут. Так, давай проверим. Ну, берут только за счет атаки. Ребят, у них атака от 16 до 36. А на наших, как говорится, первых вот этих мечах, которые были, атака всего 13. То есть, ну ты сам видишь, да, какой перевес. Но те-то уникальные, а это обычные. А ты знаешь, что уникальные вещи всегда лучше, чем обычные серые шмотки. Опа, 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 свинка, свинка, подожди, 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 подожди. Куда что, родная моя, побежала-то? Так, что я там нашел, непонятно что. Что-то там нашел для себя, да? Кстати, по доспехам давай посмотрим. Хм, а вот эти будут лучше, но опять же. Так, обычные и здесь обычные. Здоровье 71. Так, стрел на пучок плюс 10. Урон в дальнем бою плюс 30%. Кстати, вот эти доспехи-то, получается, будут получше. По крайней мере, как для лучника. И стрел на пучок дают 10. Вот я не знаю, ребят, вот. Так, дай-ка я грибок вот этот, наверное, возьму. Блин, что же мне делать с этими лунными кинжалами? Брать, не брать их?
Ух ты, это что такое? Лунный... Подожди-ка. Плавающий колчан дает вам горящие стрелы. Ух. Слушай. Вот так вот. 11 урона в дальнем бою в секунду и 30 секунд отката. Колчан полный смертоносных стрел. Но я так понимаю, это... Ага, вот так это все делается. 7 стрел всего лишь огненных, а что так мало? Так, опять этот, где там этот маг? Я же... Вот, нет, это не он. Где он? Так, иди сюда, суточка, и там бегает. Где этот заклинатель-призыватель? Вот он, да? Или это не он? Ух ты, горящие стрелы, вообще имба. Мне нравится. Если честно, мне очень нравится. Дудыш. Колоссальный урон. Шикарно. Так, уйди ты от меня, идет. Так, у меня еще взрывчатка на... Короче, в руках, ё-моё. Над головой хотел сказать. Это якобы у нас в руках. Так изображается, по крайней мере. Ну что ты тут? Кританул я неплохо его, да? На 125 сразу же рухнул. Давай туда закинем взрывчатку. Ну! Отлично. Так, в круговую с тобой пробежали. Так, не надо, призыватель, не надо баловать здесь. Так, а что у нас вот на этом мостике? Погоди-ка. А, ну я возвращаюсь просто обратно. Блин, так хочется в этот домик зайти, но... Никак. Подожди-ка, под доспехом у нас... Ага, у нас лучшие стоят пока в данный момент. Угу. Доспехи, как их там? Доспехи охотника. Но с боссом мне почему-то все равно кажется, надо брать уникальные вещи. Хотя таких у нас не особо-то и много. Что, всего 3 огненные стрелы остаются, что ли? Получается так. Может быть, надо было это все-таки приберечь для босса. А я могу как-то поменять. Ну-ка, давай попробуем с тобой, например, поставить вот так вот. Ага. То есть колчанчик как бы у нас с тобой еще сохранился, да? Пускай там и 3 огненные стрелы, но тем не менее он есть. Какие-то руинушки тут у нас с тобой пошли. Так, тихо. Блин, почему я не вижу сквозь деревья, а? Почему не такой функции, знаешь, как прозрачность? Ой! Ёлки-палки, заигрался, даже не увидел, что у меня там мало здоровья. Да, это могло бы сейчас мне стоить жизни. Фух. Так, припасики. Пучок стрел, хлебушек, все дела. Да, ну карта здесь действительно, ребята, здоровая. Что-то там уже колдовать собрался. Колдуша. Ерундуша. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, что так много-то вас? На, на, получи. Не жалко. Все, всех разобрал. Хе-хе. Так, тихонько-тихонько, бегаем, юлим. Все, да? Там и паучку досталось. Отлично, по красоте. Так, что-то я чувствую, уже пахнет деревушкой. Ой! Куда же вас так много-то? Погоди, где этот призыватель? Где он там? Который делает вот эти вот заклинания. Вон он. Ага. Сюда мне не подняться, что ли, наверх? Добыть такой? Нет, не могу. Пошли с тобой дальше. Кстати, ребята, мы с вами пройдем, когда эту игру. В скором времени для нее выйдет еще 2 DLC. Так как я купил полную версию, да? Там, как они там, Ultimate Edition. Нас ждет еще 2 DLC после прохождения основной кампании. Так что, друзья мои, нам будет чем заняться в ближайшее время. Ну что, тут у нас речушка. Паучок дохлый уже. Так, стрел, блин, где бы мне взять хотя бы 1000 стрел, было бы шикарно. Ой, кто, что? Где этот вызыватель? Вон он. Давай, не будем его подпускать к себе. На расстоянии. Ой, тихо. Что же ты творишь-то?
Готов. Так, что-то там такое выпало. Ага. Зелье ускорения, так, серпы, опять же, обычные. Но эти серпы мы видим, что по атаке слабее тех, которые у нас с вами. Вот пучок стрел-то хорошо. Забираем алмазики. Так, а вот, друзья мои, судя по всему, и деревушка уже. Позвоните в колокол. Позвонить в колокол для чего? Для того, чтобы созвать народ, которого здесь нету. Или что? Так, ворота закрыты. Туда я пройти не могу, пока не могу. Но ведь я могу, наверное, просто здесь пока побродить. Мне кажется, здесь будет у нас какая-то стычка. А стычка, скорее всего, будет с боссом. Так, погоди-ка секунду. Давай, наверное, так сделаем. О, это типа порт. Угу, корабль стоит. А на корабль я могу? Я могу на него встать, но уплыть, естественно, пока никуда у меня не получится. И вряд ли я куда-то здесь поплыву. Потому что на корабле элементарно даже нет команды. Так, забираем. Ну, я, получается, всю карту здесь пробежал, поэтому думаю, что можно идти и звонить в колокол. И? Ах ты, ё-моё! Я так и думал, что сейчас что-нибудь будет. Но это опять же не босс, это просто испытание. Так скажем, ловушка очередная. Сейчас мы с ними тут справимся. Так, где этот призыватель? Вот он был. Ух ты, как он там своих бомбит, а? Зачем так делать, я не понимаю. Ух, я совсем забываю, что вот эти вот камни бывают взрывающиеся. Слушай, а что так много-то вас? Ой. Я уж думал, у меня стрел закончится, но нет, ничего подобного. А выстрелить почему-то я... Так, а это что? Воу. А, это вызыватель. Я думал, что это босс, это... Ну, это, видимо, и был босс. Войдите в магистрат. Бегство. Так, дверь открыта. А что это за лук? Слушай, лук показывает нам, покруче будет нашего арбалета, который у нас с тобой есть. Вот это что ли? А чем же ты покруче? Только по атаке? Урон в дальнем бою 25-76. Ну, а здесь 20 на 3. И шанс рикошета все-таки есть. Я думаю, что, наверное, я оставлю вот этот вот лук. Арбалет, точнее. А шмотки мы, кстати, с тобой можем заточить на восстановление здоровья. Но это при активации артефакта. Каждые несколько секунд выпускает снежок в ближайшего врага, кратковременно оглушая его. Вот это я понимаю, вот это будет дело. Так, ну что, мы с вами пойдем в магистрат. Победа! Вы справились? Сегодня селянам тыквенных пастбищ не придется сражаться. Так, тыквенные пастбища у нас пройдены, да? Попадание снарядами 28%, урона нанесено 20 тысяч. Так, открыто сундуков 0. Так, если их там не было? Конечно, 0. Что же нам здесь достается? Пылающий колчан. Слушай, ну неплохо. Колчан с огненными стрелами. Оу, друзья мои, смотрите-ка. У нас появился бродячий торговец. Фу. Так, случайный артефакт. Ценник, конечно, да. А вкусная кость. Сжав в руках вкусную кость, вы услышите отдаленный вой. А, и что? Ну, услышу я отдаленный вой, что это мне даст? А, смотри-ка, у нас с тобой появляется пёся. Да не может быть такого. Да, действительно, у нас появляется пёся. Эй, прикольно. Питомец из Майнкрафта. Ой, какой лапуля. Это же волк, да? Это волчонок, по-моему. Прикольно. Так, а мы можем с тобой еще, да? Давай попробуем еще что-нибудь. Жнец, это, конечно, не то. Этот артефакт, я думаю, что мне не нужен, друзья мои. Поэтому мы будем его разбирать. Так, разберем здесь. Разберем здесь. Так, вот эти вот серпы, я думаю, тоже нам разобрать стоит. Так же, как и вот эти доспехи. Так, серпы у нас с тобой одеты, поэтому вот эти я могу спокойно уничтожить.
Да, и эту броню тоже. Рог вот этот, я думаю. А, ну да, в принципе, можно разобрать. Рог, я думаю, мне не понадобится. Как-то не зашел он мне. И давай вот это вот с тобой тоже уничтожим. Так, у нас с тобой одно очко действий есть. Я могу его потратить на серпы. Так, эхо. За некоторыми вашими атаками моментально следует еще одна атака. Так, оглушение. Шанс временно оглушить врагов. Нет, я думаю, что эхо лучше сделать. Это получается как бы атака за атакой. Мультиудар, короче. Ну, кузнец. Ух ты, алмазная кирка. Интересно. Ну-ка. Она уникальная. Ребята, прикинь, мы уникальную вещь с вами сделали. Но она слабее серпов. Так, урон в ближнем бою 36. Ага, а тут от 16 до 36. То есть гарантированная атака 36. И находит больше изумрудов. Алмаз один из прочнейших материалов. Он отлично подходит для кирки. Скорость атаки, как ты видишь, не очень хорошая. Зато мощь неплохая и область поражения. О, я даже не знаю, ребята. И хочется и колется, одними словами. Верно? Верно. Ладно, я думаю, мы пока с вами вот так вот оставим. И будем, наверное, проходить уже следующее испытание, следующую миссию. Тем более, нам тут осталось немножко до следующего уровня. Что у нас с тобой есть? Есть пустынный храм. Есть у нас плащ и кузница. Да? Куда пойдем-то, а? Давай, наверное, посетим пустынный храм. Так, начать миссию. Посмотреть следующее. Что за новая миссия 2? Я не пойму вот этого вот. Посмотреть следующее. А, ну это понятно. Путешествие в пустынный храм. А где-то в глубине этих залов вас поджидает могущественный некромант, забытый правитель безымянного королевства. С помощью зачарованного посоха он может призывать нежить. Мы должны уничтожить посох до того, как архизлодеянин протянет к нему свои гадкие ручонки, иначе нам всем грозит погибель. А, все коротко и ясно. Найдите могилу. Безымянное королевство. Окей. Пойдем потихонечку. Так, я не знаю, стоит ли нам с тобой колчан брать или нет. Огненных стрел. Я думаю, пока не надо, да? Ну и что ты прешь сюда? Так, тихо, тихо, тихо. Ага. Мы с тобой можем оглушать врагов. Так, паучок. Ты-то здесь как раз не в тему. То, что оглушаю врагов, это очень хорошо. Так, где этот паук? Угу. А, давай-ка сюда, наверное, забежим. Глянем быстренько с тобой. Может, что-нибудь полезное тут найдем. Не шиша. Кстати, давай вызовем пёсю. Пускай будет нам помогать. Че, я не могу здесь подняться, что ли? Ага, тут тупик. Какой-то пёсе немножко грустный. Смотрю на него, мне жалко его почему-то становится. У него еще и здоровье есть у пёсика-то у этого. То есть он может погибнуть, да? Получается так. Нате, паучьи отроди, вас там очень много. Теперь вас стало мало. Плюс я получил еще один динамит. Идем. Идем, друзья мои. Так, тихо, тихо, тихо. С этими я разберусь с полтычка. Давай туда динамит бросим. Вау, шикарно. Так, я получил еще одно достижение. Сейчас нам напишут. Радиус поражения. Убейте одновременно 10 любых мобов. Что я и сделал, да, получается? Иди отсюда, паучок там крадется втихаря. А что, пёсе все? Ну да, видимо, у него заканчивается ХП, и он исчезает. То есть я его могу просто призывать постоянно.
мы с тобой ищем могилу. Могилу, видимо, этого некроманта. Что это сейчас было? Ё-моё. Ничего себе. Меня могло бы прижать там, получается, да? Так, сюда я заходить не могу. Да мне и не нужно. Так, вот самое противное — это пауки, которые могут... Найдите золотой ключ. Ага. Погоди, а где его искать? Здесь? Вот в этой вот, судя по всему, локации. Твои ты. Опять повезло. Опять, ребята, там это... Ну, ты видишь, да? Зажмуха стоит. Новый уровень. Вот это хорошо. Вот это вот я обожаю. Когда новый левел, прям душа радуется. Сейчас мы с тобой, естественно, что-нибудь прокачаем. Ой. Так, а как мне к ним попасть? Кнопка. Ага. А вот и золотой ключ. Так, нам надо разобраться вот с этими всеми ухами, чтобы нас больше здесь не преследовали. Это ключик так, что ли, орет? Ой, что это за элитный монстр? Ключик. Не... Откуда вы-то взялись, рыцари? Так, подожди, подожди, подожди. Блин, опасно. Погнали. Применяем ключ. Угу. Побежали. Ой, ёлки-палки. Очень опасно, друзья мои. Так, тихо. Пробегаем. Ой, что здесь-то еще? Тут еще всякие секиры. Офигеть. Фух. Я прям как Индиана Джонс в молодости. Так, можно сюда посмотреть? Ух ты, а это что такое? Не понял. Это что-то добавочное или так должно быть? Хм, интересно. Ну, давай посмотрим. Тут просто закрытая какая-то территория. Ладно, я... Опа, 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 смотри, какой-то там новый призрак. Так, зелье ускорения я получил. Так, бриллиантики, изумрудики. И тут тупик. Ага, я вижу, там у нас поджидается какой-то сундучок. Я, конечно же, пойду за ним. Вот он, да? Сундучок, такое впечатление, что со снаряжением. Так, давай, песе, помогай мне. Так, тут у нас с тобой тупичок. Ой! Это кто там был? Мне показалось или там... Да нет. Там действительно какой-то чувак стоял. Вот он. Я его подбил. Мрачные доспехи. Прикинь, я выбил. С этого некроманта. Там, по ходу дела, некромант какой-то был. Так, и смотри, здесь у нас два сундука. Погоди-ка секунду. А... Погоди, я не могу понять, а как... Хм. Чё-то я не догоняю. А как мне их подобрать? Так, сейчас я здесь разберусь. Вон там я вижу сундук лежит. Ну, он просто лежит в открытом доступе. Ага, а вот этот-то как взять? Ну-ка, погоди-ка, я что-то... Что-то я не допетрю. Он стоит на обособленном таком островочке. Ха. Да ну, друзья мои, ну а как? В чем прикол? Зашибись. Я не могу его... Никак активировать, к сожалению. Может быть, я где-то какую-нибудь кнопочку пропустил. Давай мы с тобой здесь вот пробежимся. Видишь, затемнение еще тут есть у нас небольшое. Так, взрывчатка. Кнопка. Слушай, может быть, как вариант. Может быть, как вариант, мы с тобой какой-нибудь поставили мостик. На 100% не уверен, но посмотреть все-таки нужно. Так, погоди-ка. А где еще? Может быть, тут где-нибудь? Я что-то пропустил. Может быть, где-то еще такую кнопку одну не заметил. Так, это не кнопка. Вот.
Окей, видишь, все-таки я пропустил, друзья мои, кнопки. Значит, наверное, здесь еще одна и здесь. Наверняка так все это будет. Сейчас мы посмотрим с тобой. Раз сундучок с каким-то секретным этим заданием, значит, что-то там полезное да есть для нас. Что-то... Ага, ага, ты понял, да? Вот у нас и мостик появился. Ох, ё-моё, это что, нож души? Он, конечно, слабенький по атаке. Ну-ка, дай-ка я гляну. Так, по атаке он слабенький, да? И он у нас обычный. Урон в ближнем бою 43. Пробивающая атака и сбор душ плюс 2. Церемониальный нож, использующий магическую энергию, чтобы обуздать гнев содержащихся в лезвии душ. Мощь, конечно, у него обалденная. Это, посмотри, самое мощное оружие, которое, по-моему, пока я видел. Да, даже кирка алмазная и то не такая, хотя она уникальная. Что же делать-то? У нас тут 16.36, тут 43. Хм, может быть, все-таки взять на пробу. На пробу, ребят, просто посмотреть. Так, я так понимаю, здесь нам больше с тобой делать нечего, да? Песик, что ты грустишь, а? Поскуливаешь. Не тревожь мне душу, скрипка. Мне и так вон самому плохо. Так, ну что, вышли, да? Вышли, и мы продолжаем наше путешествие. Так, я иду со взрывчаткой, все дела. Ха-ха, свинка, 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 свинка. Опа. Так, мрачные доспехи я подобрал опять какие-то. У меня уже были такие мрачные доспехи. Я, кстати, их до сих пор еще не посмотрел, не надел. Воу, а что это у меня? Как-то у меня там два динамита оказалось. На тебе, на. Что? Странник края, где он? Где этот странник края? Ой! Я его вспомнил. Да, поначалу он, когда появлялся, он меня очень сильно раздражал. Сейчас что-то он мне показался какой-то изейший. Так, рыцари тут стоят. Так, еще один, да? Вот, из него я, по-моему, доспехи-то выбил, мрачный. Так, а он опять там... А, стрелы на этот раз, да? Пучок стрел. Окей. Так, найдите безымянное... Так, найдите могилу и безымянное королевство у нас здесь. Окей, так, песе, по-моему, пора тебя призвать. А где моя летучая мышка? Все, что ли? Поменял я ее на песю, да? Так, здесь у нас обходные пути. Рикошет, залп. Кстати, подожди-ка, мы хотели с собой кое-что глянуть. Вот, мрачные доспехи. Ой, да что ж такое, там война какая-то уже идет. Нет, не война, там решил песик просто мой... Немножечко поатаковать врагов без моего ведома. Ну, в принципе, молодец. В принципе, молодец. Красавчик. Не надо, да, песика 300 раз там уговаривать, иди атакуй. Он просто взял сам и пошел бомбить. И так и надо. Вот стрелы у меня кончаются, вот это плохо. Воу-воу-воу. А зачем так много динамита здесь дают? А в чем прикол? Самое удивительное, что я три стопки взял. То есть три раза могу бросить динамит. Ой, тихо ты, ё-моёшечки. Ну вы даете, а. Так, один. Блин, я думал, что я один могу бросить, а он сразу три бросает. Ну так нечестно. Секунду, я, наверное... А что мне здесь делать? Ну ладно, заглянем. Упс. Так, пробегаем. Тут везде кнопки эти. Здесь, наверное, нам... Да ничего там нету. Так, все поактивировали. Все, бежим дальше. Ловушки на ловушках, ловушкой погоняет. Пёся, ты где? Мне без тебя скучно. Ну, самое главное, что у нас, ребята, уже в нашей деревушке, в нашем домике, так назовем его, да? Есть уже... Что? Есть уже торговец. Да, помимо кузнеца.
Ну ладно, опять же пережить засаду. Нам написали? Будем переживать. Но, так, стрелы, стрелы — это хорошо, ребят. Ну, где вы там, зомби? Я тут. Что, еще волна? Да, еще волна. Дай-ка я этого нахлобучу. Так, надо подкрепиться. А то со здоровьем очень плохо. Зачем я вот эти души собираю? Что они мне дают? Они мне, по-моему, ничего не дают. Так, этот некромант там буянит, а? Воу-воу-воу-воу. Давай-давай, пёся, ты помогай там некромантушку этому. Доберитесь до могилы. То есть ворота открылись. Ну, пойдем. Так, припасики. В принципе, хлеба и стрел этого более чем... Ох, ёк-каламане. Чуть не раздавили. Что это такое? Так, я хочу свинку эту, ребята. Так, опять мрачные доспехи. Почему так много мрачных доспехов, а? Не пойму. Ой, я лучше туда не пойду. Я как этот, бегает тут сайгак среди ловушек всяких. Опа, опять этот странник края. Давай издалека его, наверное, подобьем, пока он меня не видит. Есть, ух ты, алебарда. Уникальная. Надо глянуть обязательно. Причем по атаке вообще, смотри-ка, повышенный урон. Сейчас мы с тобой это дело заценим. Так, ну зомби, давай, уничтожайся. Давай-ка посмотрим с тобой. Нифига себе, 17 к атаке. Урон в ближнем бою 37-54. Дополнительный урон нежити и повышенная дистанция ближнего боя. Реликт из темных веков. Этот палаш излучает мощную магию, отгоняя нежить. Слушай, я, ребята, одену. А вот это я, по-моему, должен разобрать. Также я разберу. Тогда, получается, вот эти вот ножи, они уже тоже не нужны. Так, очень много у меня вот этих вот доспехов никчемных. Так, 55 здоровья. Да, это слабо. Слушай, я не знаю, давай, наверное, и серпы удалим. Хотя серпы по атаке будут получше. Посмотрим, ребята, что из себя представляет эта алебарда. Если будет медленно какая-нибудь атака, конечно же, поменяем. Так, мы можем с тобой пойти через верх. Ой. То есть вы хотите сказать, что вы меня хотите столкнуть? Фу, по-моему... Слушай, ну скорость атаки вроде бы как бы медленная. Хотя нет, нет, нормально. Так, там какой-то стол. Этот Шити куда бежит? Ха-ха. Захотел там что-то сделать мне. Так, ну-ка, что здесь у нас чудик делает? Так, а он, этот у нас алебарда, наносит повышенный урон, да? По нежити, именно по нежити. Потому что на нем якобы какие-то заклинания висят. Слушай, а уникальное, я так понимаю, это и есть легендарное, да? Другого слова у меня нету. Кстати, мы можем же заточить с тобой еще, ко всему прочему. Об этом тоже не стоит забывать. У нас с тобой, кстати, и очки есть для этого, да? Я разобрал пару шмоток. Да ё-моё, что я все в рукопашку? Можно же из арбалета немножко пострелять. О, тут есть где побегать. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, что у нас тут с тобой припрятано. Так, яблочко. Иди отсюда. Окей, так. Кувшинчики с тобой разбиваем. Так, а что у нас тут? Отправляйтесь за посохом. А, так мне и надо было сюда подниматься, да, значит? Понял. Я думал, что мы с тобой просто здесь как бы, ну, разведочку проведем. А оказывается, здесь и надо было подниматься. Хорошо. Так, пёся, ты где? Я по тебе соскучился уже. Выручай-ка. Ты моя. Так, давай здесь разберемся.
Все, да, зачистку сделали. Ага, вот здесь у нас посох, скорее всего, будет. Но я больше чем уверен, что он будет под защитой. И я хотел, кстати, да, прокачать. У нас с тобой есть 3 очка навыка. 30% шанс кратковременно сковать цепью и обездвижить группу мобов. Нифига себе. Ха. А тут... Так, поджигает мобов на 3 секунды, причиняя постепенный урон. Замедляет мобов после удара на 3 секунды. За некоторыми вашими атаками моментально следует еще одна атака. Во. Это дело. Это дело. Песик, что ж ты скулишь-то? Что ж тебе все не нравится там со мной ходить-то, а? А я вон того не могу подбить, что ли? Хотя могу. Получил. Шиткоголовый. Так, значит, нам нужно двигаться сюда. Угу. Что-то тишина какая-то. Неужели босяра будет? Опа-на. Ребята, вот он. Чудик. Слушай, эти рыцари, это, судя по всему, будет охрана его личная. А я не могу ничего сделать. Постой-ка, а что же тогда надо сделать? Ой-ой-ой-ой-ой. Он ожил. Понеслась, друзья мои. Так, не надо тут кастовать всякие гадости. Смотри, что делает. Еще и довольный. Улыбится, ржет. Блин, его рыцари меня больше смущают. Пёся, пёся, молодец, кусай его, кусай. Так ему, так ему. Ой-ой-ой-ой-ой, что их там? Он дублировал, что ли, или что? Тихо-тихо, не надо. Пёся, 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 помогай, 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 родной мой. Есть. Так, новая цель, сбегите из храма. Я еще и уровень получил. Так, нож души я получил. А, теневая форма, все дела. А куда я должен сбежать? А, погоди-ка секунду. Здесь я не могу ничего сделать, да? Сбежите. Ну, получается, только сюда. Я просто хотел проверить вот эти вот штуки. Что у нас тут? Может быть, что-нибудь лежало. А мне туда даже не забраться никак. Так, песик, выходи. Опять ты здесь? Каспер, дружелюбное привидение. Угу. Сбегаем с вами, короче, из храма. Я, кстати, еще до сих пор не посмотрел, что мы там из него выбили, с этого босса. Какой-то меч душ. Ого, ого, ого. Врагов-то сколько. Дай пучок стрел. Нет, дали зелье. Зелье силы. А, нет, дали пучок стрел. Так. Песик, кто тебя так бедного... стрелами затыкал, а? Вражины вот эти вот все, да? Малютку моего обижают. Ой, еще некроманты. Так, секундочку. Ага, вот, видимо, и выход у нас из храма. Скорее всего, или нет? Ну, скорее всего, да. Должно быть именно так. А? Победа. И снова архизлодеянин кусает себе локти. Посох некроманта уничтожен. Так, уровень пройден, пустынный храм. Так, побежено мобов 92%, то есть где-то все-таки упустил некоторых. И сундуки не все нашел. Так, ну что же мы с тобой здесь получим? Тотем защиты, но он же у меня был. Он у меня, друзья мои, был тотем защиты. Так, кузнец, все дела. Но у меня тут своих шмот хватает. Причем, нет, нож души, он будет слабоват по атаке. Я думаю, даже его можно разобрать вполне. Тотем. Ну, тотем защиты, наверное, тоже разберем с тобой. Серпы. Серпы, наверное, я тоже разберу. Все-таки, раз у нас есть алебарда, которая меня, в принципе, устраивает. Так что...
А что у нас гриб делает? Ага, скорость атаки и движения. Да, грибок я, пожалуй, ставлю. И тотем на хил. Хотя я им и не пользуюсь. Ну, пускай будет. Тотем защиты вот это тоже разбираем. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноточке мы с вами будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.